встретились с Серегой. Вот, он это самое предложил сюда. Сказал, что это самое знакомого человека. У него частный дом. В результате его так и не нашли. В результате я здесь вот оказался. По лету здесь было еще тепло. Сейчас вот здесь. Помогли вот здесь оббить немножко, так там прикрыть вот это все хозяйство. От ветра там и все. Я встаю, но у меня сейчас нога открытая, рана опять получилась, поэтому я сам перевязываю. У меня вон здесь все медикаменты здесь. Угу. Что осталось еще пока. Бинты, перекись. Я сам обрабатываю. Вот, понимаете, вот без пальцев я сам перебинтовываю, сам. Соцработник, вот буквально это самое, сколько, дня 4 назад, что ли, приехала женщина какая-то самая. Так. Приехала, она пришла там отсюда, постучала там. Я, говорит, соцзащиты. Записала телефон мой. Сказала, что это самое, вроде как позвонит. Говорит, это никакой вот. Вот она мне тоже сказала, а почему вы отказались? Я говорю, это самое, я сказал, что я туда нет. Вот в Твери помогите мне, потому что туда берут почему-то. А я Тверской говорю, мне не надо там лишние какие-то. Да. Регистрацию сделали. И выделили мне эту самую комнату, первый этаж только. Ага, а что готовите ему? Там макарон, картошку. Угу. Деньги дают? Да, он мне карточку лично доверял. Угу. Ну, то есть по-честному? Да, да, и чек, и все. Угу. Без всякого. Ага, а что-то такое там, ну вот, что покупаете? Что-то самое простое, необходимое, хлеб, молоко? Ну да, которое не когда было лет, что которое не портится. Ага. Там пряники посытнее, там печенье. Ну как, у меня дома варенье, я там, если я его туда пущу, там может в любой момент крыша обрушится, и сами понимаете. Не хочется грех на душу. Да,